Всем привет, ребят. Ну что, вот у нас опять сарделька. У нас сегодня трешечковый видос будет. Немножко пофармим. И, конечно же, самое интересное, мы сегодня создадим гильдию, в которую я пока не определился с приемом, кого я буду брать. Там донатных, бездонатных, не знаю, честно говоря. С одной стороны, и бездонаты хорошо, с другой стороны, бездонаты это бездонаты. Ну, посмотрим. В общем, посмотрим. Поехали, давайте сразу же создадим гильдию. Думаю, это самое интересное. А по поводу названия, я еще так и не определился. Не знаю, я ее создам, потом ее переименую. Сейчас что-то придумаем. Так, окей, где там наше здание на гильдию? Поэтому пишите в комментах название гильдии. И будем определяться. Так, гильдия. Что там у нас? Создать гильдию надо 500. 500, целых 500. Это печально. Надо качать хранилище. Ну, в принципе, я их до завтра докачаю. Вы пишите в комментах, как вы хотите, чтобы гильдия называлась. То есть свои варианты. И уже, соответственно, потрешуем. Так, хорошо, поехали. Что там у нас сегодня интересного есть? У нас открыли темку с бесплатными фишками. Так, открыть сундук, таланты выигрывают, бинго, рубашка и вверх, если фортун. Ну, в общем, на русском, как обычно, они открывают все намного позже, что-то я ее не вижу. Да, у нас, к сожалению, этого нет. Еще пока что. Так, окей, поехали, сбегаем на архи. Попробуем побить наш топовый урон. Купа смысла брать нету. Так, let's go. Он называется. Пошли мы бить топовый урон наш. Ага, конечно. Сейчас будет мега урон. Давай, череп, тащи. Так, все понятно. 20. Нифига себе. Вы видали это? Жесть. Набили без какой-то хрени. Набили больше, чем этот. Чем нормальным составом. Так, ладно. Это все, конечно, смешно. Нифига себе, смотрите, что Сарделя делает. Это там череп у нас. Череп у нас нормально заагрился, нормально набил. Но сейчас посмотрим, может будет новый топовый урон у нас. Смотрите, какие очкастики. Я что-то не могу понять. Ну, я что-то, либо я не понимаю, как это тут 226. Не знаю. В общем, надо стартовать с черепа. А, так. С гильдией мы определились. Давайте попробуем сбегать в лабиринт. Лабиринт имеет 50 уровней. Я его проходил полностью, но это уходит 3-4 часа, в зависимости от того, какая у вас сила, какие у вас пачки противника. От этого зависит, какая ваша сила, насколько далеко вы сможете пройти. То есть с каждым левелом усиление героя ведет противника. Даже если они слабее, у вас бывали такие пачки просто обычные, там они выносили мои донатные. Поэтому тут среднюю силу надо выбирать и дальше уже трешевать. Так, тыковку берем. Берем наших всех новых героев. Череп. Так. Ну тут 9 героев участвует. И поехали. На первых этажах тут вот такие вот пачки, скажем так, боты. Оно таки есть, это боты, они не усиленные, то есть у них ничего такого сложного нету. От того, в зависимости от того, сколько у вас силы и насколько там прокачаны определенные питомцы, для лабиринта вы можете, по-моему, джелли, если... Ой, не джелли, а этот... Чикабум
В зависимости от этого зависит это процентуальное добавление, какое у вас есть. У вас есть там бесплатные ходы, дальше уже идут такие сапожки, если у вас не хватает. Поэтому при выборе противника, куда бежать, учитывайте то, что там за проигрыш у вас отнимаются очки, за победу вы получаете 10. То есть у вас в среднем должно быть для того, чтобы, как видите, добежать и ударить его, у вас должно быть в среднем минимум 10 очей оставаться. То есть пока вы добегаете, чтобы вы могли начать атаку на пачку. Вот видите, уже вольты появились. Но это все. Вот это уже игрок реальный, который меня реально сейчас раздаст. Я ему ничего не сделаю. Соответственно, я с него не получу ни очей. Нифига, он и потеряет только. Вот видите, он меня раздал. Можно сделать дедшот за 103 на этаж. Ну, это реально очень дорого. Соответственно, видите, я на него напал. Я рассчитал силы. И вот аналогично такой же. То есть, соответственно, я тут далеко не забегу. Ну, давайте еще к этому сбегаем. Вот опять то же самое. Вот видите, я теперь не могу атаковать, потому что я неправильно рассчитал очки. Вот это самая проблема. Здесь есть гоблины, в которых есть сундуки лабиринта. Они у нас уже третьего уровня, с которых вы можете собрать огнекрыло. И опять же, как вы его соберете, если вы без донат? И вот такой вот трэш, как у меня, вы будете бегать непонятно сколько лет первый этаж. И их там вы соберете даже половину, там, либо 50 осколков. Потому что осколки огника отсюда падают очень фигово за 50 этажей, за 50, ребят. То есть это 150 сундуков. Я вытаскивал там 6-7, я говорю 6-7, 6-9 осколков. Это максимум, что было. Поэтому зачем они это сделали в такую локацию? По сути, это донатная локация, которая без дона реально непокорима. Соответственно, ну, в зависимости от того, конечно, насколько вы долго играете, какие у вас прокачки, ну, как видите, сардельки, это нереально просто сделать. Соответственно, этих же гоблинов надо иметь нормальные пачки, чтобы их бить. Ну, поехали, создадим то, что у нас есть. Нужен вам по-любому тут отхил, разные вариации героев. Поэтому эта локация, к сожалению, вроде как бы рассчитана на без доната, но в то же время она нереальна для него. Вот смотрите, я его, ну, в принципе, я его должен убить. Наверное. Но это не точно. Но половину уже снес. Хорош, хорош. Не понял, что это он от Седны убежал. Так, это интересный челлендж с первым боссом. Так, давайте попробуем так. Это тот, который бьет впереди, он снимает бафы. То есть тут нужно, чтобы он закрыл. Была бы у меня Фрея, я без проблем бы его прошел. А так, как видите, он нереально, он просто раздает. Все герои впереди, снимает с них бафы. Поэтому тут вариантов у меня воевать с ним на моей силе просто нет. Конечно, была бы Фрея, это было бы топово. Такс. Попробуем еще вот так вот. Конечно, зря я начал с тыковки. Не вариант. То есть максимум, что мне светит, это убить 2-3 пачки здесь. И все. Соответственно, я там получу, сейчас покажу вам, что я получу. 5000 синих кристаллов. И 110 кулаков. То есть это минималка, которую вы получите за прохождение этой локации. Вот так вот, ребят. Также вы имеете возможность бесплатного обновления. То есть вы можете так обновить пачку, бежать к ней, посмотреть на нее, развернуться, бежать дальше к следующей пачке. Соответственно, опять же, посмотреть на нее, бежать к следующей пачке. Ну вот, я не знаю, тут Фрея раздаст он мне по-любому. То же самое. То есть 120-е, 140-е. Ну нереально мне туда добежать, убить его. Так, еще один гоблин.
какой-то голодный. То есть есть разные гоблины, которые по-разному здесь бьют. Ну, как видите, просто Unreal. Для меня это просто нереально с моими героями на моей силе. И это очень печально, то что эта локация вроде как бы сделана для бездоната, но опять же, здесь тащит донат. Как и в принципе в всей игре тащит донат. Вот смотрите, чуть не слился на хранителя 10 уровня. То есть со всей этой толпы, как видите, я набил фитню. Эта пачка меня сейчас просто ушатает. Все, я тут уже ничего не сделаю. Вот так вот, это печально. А, так, давайте попробуем зафармить, фармануть волну. Джей, мне очень интересно, в прошлый раз, конечно, тут шапка. Вот самое основное, самое сейчас будет беда и печаль, это шапка. Не будем ее убивать, она будет сливать героев. То есть, вот как в подземках, так и здесь. Шапка, ну, нереально жестко сносит. Вот то же самое. То есть, против нее, конечно, лучше всего стрелок. Многие спрашивают, почему я стрелка не беру. Ой, спасибо за помощь. Не беру, ребят, потому что я когда начал качать этот аккаунт, я там с бесплаток достал, по сути, два стрелка там за 3 или 4 тысячи или около 5 тысяч самов я ролил. И потом уже и ведьму там, и кучу других я просто уже не стал их качать. Так, окей, с этим разобрались. То есть волну Джей я дальше не пройду, к сожалению. Так, давайте быстренько зафармим. Скоро уже мы доберемся до жестоких. Сейчас обычного заберу награды. Да, мне на сердцетку еще собирать и собирать. Немножко не то я купил, что мне надо было. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали. В ЗБшке то же самое. То есть, ну, тут можно просто зашел, вышел, зашел, вышел. Чисто ради того, чтобы получить луки. Каких-то уже 100 кулаков за 2 дня имею. Такс, ну в принципе все, поэтому пишите комменты по поводу гильдии, что вы думаете, какие у вас вариации есть. Ну и конечно же на завершение у нас обычный простой роллинг. 2 по 450, а вдруг будет имба. Раз. Ебись оно в рот, ребята, это просто аут, ну чё, с вас лайки, блять, это просто пиздец, вот это называется, ребят, по 450, ворожей и асура есть на сардели, это просто мега удача, ну, блять, я аж проснулся от этого, ну, комментс, это просто эпик был, всё-таки роль типа 450 в конце, ну, нет слов, ждите, короче, видоса по прокачке, и я буду рассказывать об этих героях. Не знаю, это мега трэш. Всем удачи, всем пока.